всеобщая, скажем, всеобщая социальная ответственность. Независимо от социального положения, от религиозных, от политических взглядов, вообще от чего угодно, это наша с вами общая задача, наш с вами дом привести в порядок. И дальше здесь все вместе нужно надо кричать, орать, если это надо, для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы все мы вместе наш с вами дом привели в порядок, жить с нашей природой в гармонии и, самое главное, жить в гармонии с нашим сознанием. И еще одна проблема, то, что у нас вот в обществе, скажем так, разрозненные части общества, степень доверия очень высок. Причины не буду говорить, какие, что, чего, обоснованно, не обоснованно. Но нам сегодня очень нужно на таком понятном, простом, буквально, ну, на 5 пальцах нужно объяснить, насколько это хорошее дело. Вот на таких понятных, простых вещах нам, недоверчивым друг другу людям, объединиться и сделать, вот начиная на таком деле, потихонечку сформировать доверие друг к другу. И когда мы будем хорошим, добротным социумом, мы тогда в мире много чего хорошего сделаем. Будем самым цивилизованным, самым классным обществом. И будем гордиться собой, нашими детьми вообще, и нашей с вами землей. В принципе, и все. Спасибо.